Представляем вашему вниманию программу IWPR – Радио Института по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мери Масаналы. На сегодняшний день человечество делает огромные шаги в будущее, делая все новые открытия в сфере образования и не только. Но, несмотря на это, в 21 веке все еще встречаются люди, которые не умеют ни читать, ни писать. Например, Майрам Канеджи. Она не только не знает, как пишется ее имя, она даже не знает ни единой буквы алфавита. В связи с серьезной болезнью матери девочка не могла ходить в школу. Вместе с ней в семье было 5 детей. В 25 лет, повидав в жизни плохого и хорошего, Майрам Канеджи выходит замуж за человека, который намного старше ее. Теперь она очень жалеет, что в свое время у нее не было тяги к учебе, и сейчас она сама призывает своих детей получить образование. Людей с похожей историей очень много, особенно в отдаленных районах нашей республики. К примеру, в кризисный центр Акжурек в Ошской области обратились 2 жертвы семейного насилия. В процессе выяснилось, что они также не умели читать и писать. Одного научили грамматике, а другого не успели. Трехкомнатный маленький дом. Стена со стороны дороги замазана глиной. Во дворе растет тополь и яблоня. Это село Учар в городе Ош. Именно здесь с 2002 года живет Майрам Канеджи. Сюда она переехала из села Нура, которое находится на Алае. Майрам Канеджи рассказывает о том, что, не сумев получить начального образования, она осталась безграмотной. Эта тема для нее очень болезненная. Получить образование ей было не суждено. Майрам Канеджи, по какой причине вы не смогли получить образование? И жалеете ли вы об этом? Каковы были возможности вашей семьи в то время? Да, жалею, что не смогла получить образование, потому что моя мать была больной женщиной и не смогла отдать меня в школу. А позднее я сама не интересовалась обучением. Если заинтересовалась бы, может, и ходила в школу. Но я была избалованным ребенком и не захотела идти. Видя, как ваши друзья идут в школу, у вас не возникало желания тоже пойти? В детстве я с друзьями не ходила в школу. Если даже ходила, то быстро оттуда уходила. Я им говорила: вы учитесь, а я не буду. Это, наверное, от того, что я сама не интересовалась. А в чем вы видите истинную причину вашей безграмотности? Вот вы говорите, что интересовались, а были ли другие причины? У меня вообще не возникало интереса, и мать с отцом не особо настаивали на обучении, так и ходила сама собой. А ваша мать с отцом говорили, чтобы вы не учились? Говорили, что с этой учебой ты мударисом станешь, а я так и не пошла в школу. А теперь жалеете? С тех пор, как переехала в город, жалею. Хорошо, когда знаешь адрес, если куда-нибудь собираешься ехать. Образование – это хорошо. В городе мой интерес к образованию возрос. Теперь я говорю своим детям. Я не училась совсем, учитесь вы. Но как они учатся, я не проверяю. Мои 2 старшие иногда сидят за книжками. Я им покупаю книги. И учителям моих детей говорю: я сама не образованная, не знаю, как свое имя писать. Хорошенько научите моих детей. Так я им говорю. Раньше стеснялась говорить об этом, теперь нет. А счет хорошо знаю, могу деньги считать. Цифры могу писать 1, 2, 3. А буквы не знаю, как пишется. Не знаю, какие буквы встречаются моим именем. В детстве, оказывается, мне никто не советовал учиться, даже учителя. Сейчас вам сколько лет? Наверное, 45 лет исполнилось. Если я 70-го года рождения, значит 45, так ведь? До 100 считать умеете? Умею. Деньги я умею считать. Сейчас я достану листок с письменностью. Может, вы посмотрите? Вот у меня в руке текст. Попробуйте прочитать его. Я же говорю, братец, я письменности не знаю, читать не умею. Ты зря беспокоишься. К примеру, те цифры 1, 2 я знаю, а буквы я не знаю. Неужели ни одной буквы не знаете? Я же говорю, в то время я не интересовалась учебой. Может, узнаете хотя бы 1-2 буквы из этого текста? Нет, подпись ставить умею. Это у меня мать научила, а читать не умею.
Хотя бы букву А, вы знаете? Вот написано фамилия, вторая буква А. Одинаково. Что какая буква, я не знаю. Даже если говоришь, что где, если я их не различаю, какого толку? А вот если про цифры спросишь, то я отвечу. А суммировать, вычитывать умеете? Да, 1 плюс 1 это 2. Это я знаю. Деньги до 600 я умею считать. Это меня давным-давно мать научила при помощи пальцев. А как насчет политики? Стараюсь смотреть новости по телевизору. Стараюсь. Смотрю. Телеканалы я знаю. Детям своим говорю, что там показывают на этом канале. Переключите. Телеканалы я обозначила по-своему. Например, канал с квадратной, похожий на юрта эмблема, я называю Кыргызстан. Другой канал, похожий на гору с эмблемой, я называю пирамидой. По тем каналам я очень много смотрю выпуски новостей. А канал с шариком я называю как ЛТР. КТР каналы? Да, я думаю, что это Кыргызстан оқшаш болот. Ошол неме экен, Кыргызстан экен, анан да тоо оқшош, пирамида деп айтам. Мен ошол каналдардан көп нерсе жаңылыктарды угам да. Элтерден, ошо тоолор, элтер деп. Ошолордон көп жаңылыктарды угам. Когда вы переехали в Ош? В Ош приехала в 2002 году. Оставалась у сестры и здесь же вышла замуж. Муж мой был намного старше меня, родила двух сыновей. Мой муж был человеком верующим, вскоре он умер. После не так уже нуждалась, соседи помогали. А потом по своей растропности устраивалась на разные рабочие места. Вот так и о детях заботилась. Долго безвыходно сидя дома, приравниваешься к домашней скотине, поэтому стараюсь бывать вне дома до сих пор. После смерти мужа работала кассиром, кондуктором в автобусах, троллейбусах. История Майрамкан Сулайманкуловны такова, и таких, не получивших начального образования, немало. Безграмотные люди обращаются в кризисный центр Акжурек, который находится в городе Ош. Одного из таких людей им удалось обучить. Руководитель центра Дарика Асылбекова говорит, что большинство безграмотных людей, которые обращались в их центр, это потерпевшие от насилия в семье или выходцы из неблагополучных семей. До сегодняшнего дня у нас было два таких случая, но мы смогли обучить только одного. Мы смогли провести обучение этого человека благодаря помощи наших земляков, которые теперь живут в Бишкеке. Мы его обучали не только грамоте, но также смогли помочь с документами. У него не было даже свидетельства о рождении, не говоря уже о паспорте. Мы помогли ему получить эти документы. Говорит директор кризисного центра. Как сообщила Дарика Асылбекова, 2-3 года назад в вышеуказанный центр поступил мальчик 13 лет, который тоже не умел ни читать, ни писать, но по разным причинам они не смогли ему помочь с обучением. Сейчас в Карасуйском районе, в селах Каргантөбе, Найман, есть дети, которые вообще не посещают школу, отмечает руководитель центра. Также имеются взрослые, которые не владеют навыками письма и чтения. Сотрудники центра подняли инициативу, чтобы руководители местных АЭЛ Укмету решили проблему по данному вопросу. Когда готовился этот материал, выяснилось, что в АЭЛ Укмету Шарк Карасуйского района есть больше 60 людей, которые не знают даже алфавита. А в городе Ош выявили 3 детей школьного возраста, которые не ходят в школу. По этому вопросу выступил директор городского отдела образования Куштарбек Кимсанов и объяснил, почему так обстоят дела. Был 3 мектеп курагындагы окуучунун. У 2 из 3 детей школьного возраста имеется медицинское заключение о том, что они больны. Выяснили, что им не рекомендуется ходить в школу, и они под присмотром своих родных. А 3 является из социально неблагополучной семьи. И для того, чтобы он смог продолжить свое образование, его отдали в специальную школу в Араванском районе для установления. Рассказал он. В Аше очень трудно определить детей, которые не ходят в школу, так как нет информации, откуда они приехали и в каких условиях они проживают. Как сообщили в пресс-службе Ошского ОВД, число детей на улице увеличилось 2 раза по сравнению с прошлым годом. Никто не может дать гарантии, что они получают образование. Несмотря на это, сотрудники городского ОВД и социальной защиты и отдела образования организовывают по 2-3 рейда в год, направленных на привлечение детей в школу. Сабакка барбай калды, жолбосо окууга тартылбай калды деген балдарды
В отношении детей, которые не ходят в школу или которые не привлекались к обучению, проводятся соответствующие меры со стороны школьных соцпедагогов, классных руководителей, завучей и директоров. Они стараются определять и уточнять число детей в округе школы. Например, если ребенок школьного возраста проживает на школьной территории и не ходит в школу, то это, конечно, вызывает интерес. Если есть какая-либо информация, то эта информация передается в ОВД, выясняются причины и предпринимаются соответствующие меры. Так говорит директор отдела образования города Ош Куштарбек Кимсанов. По словам педагогов, причиной того, что дети не могут получить образование, может послужить плохое социальное положение родителей ребенка. Акбермет Козубаева, которая трудилась в сфере образования более 10 лет, отмечает, что в воспитании ребенка отведена отдельная роль родителей и педагога. Так она делится со своими мыслями. Балана мектепке алпаруда был атаненин милдети. Привести ребенка в школу – это обязанность родителя. После того, как отвели дитя в школу, нельзя полностью оставлять его на педагога. Ко всему нужно уделять внимание. Дома нужно ко всему и везде обращать внимание. Помогать с уроками, нужно правильно воспитывать ребенка. Например, ребенок проводит в школе всего 4 часа, а дома все остальное время. Если родители не будут контролировать, успевает ли ребенок или нет, если не обращать внимание на это, то он может не ходить в школу, а прогуливать. Если ребенок будет периодически не успевать, то он может потерять интерес к учебе. Говорит она. В настоящий момент необходимо поднимать вопрос о людях, которые не получили начального образования, о тех, кто элементарно не знает буквы и цифры. К сожалению, таких людей становится все больше и больше. Аналитики связывают это с халатным отношением власти на местах. Хотя, согласно закону, доступ к образованию должен быть у каждого гражданина страны. Материал специально для IWPR подготовил Сюин Курманбек. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мерим Асаналы. Услышим.